Это лайф, это прямой эфир. Меня зовут Регина Орехова. Сейчас расскажу самые последние новости. В Госдуме предложили отслеживать судьбу животных, которых граждане забирают из приютов. Это решение появилось на фоне громкого уголовного дела против двух живодерок из Хабаровска. По предварительным данным, в издевательствах над животными замешана еще одна девушка. Депутат Кирилл Черкасов в интервью агентству «Москва» отметил, что обычно животных берут из сострадания, но через какое-то время могут возникнуть проблемы. Человек понимает, что за животным-то надо ухаживать, к ветеринару водить и так далее. А иногда, как выяснилось, у добродетелей, в кавычках, совсем другие мотивы. Я считаю, что приюты, которые вот так вот отдают животных людям, они должны хотя бы по интернету, хотя бы через гаджеты контролировать состояние животного. Специалист сразу определит это и по шерсти, и по внешнему виду, и по поведению животного видно, комфортно ему в данной семье с данными людьми, хорошо ли за ним ухаживают, ну и в какой физической форме находятся животные. В тех случаях, когда мы видим, явно идет насилие, когда за животным не ухаживают, или, не дай бог, есть какие-то внешние проявления вот такого насилия, то, конечно, это сразу обращение в правоохранительные органы. И в данном случае приюты или, может быть, какие-то общественные организации не должны оставаться в стороне.